На удаленке поле не посеешь. В Чувашии полным ходом идут весенние полевые работы. Об этом и не только речь шла сегодня на еженедельном совещании в правительстве республики. Подробнее Рифат Фаткулин. На работников сельхозотрасли режим самоизоляции не распространяется. Их задача крайне важна – обеспечить республику запасами зерновых и зернобобовых культур, чтобы после стабилизации эпидемиологической ситуации полки продуктовых магазинов не опустели. Яровой сев в этом году планируется провести на площади 305 тысяч гектаров. Из-за теплой зимы в поля вышли рекордно рано. К яровому севу в текущем году приступили 31 марта, что является самым ранним выходом за последние 10 лет. На текущую дату посеяно 53 тысячи гектар яровых зерновых культур. В прошлом году на эту дату было посеяно 130 тысяч гектар. То есть мы опаздываем примерно на 7-8 дней. Высаживают и ранние овощные культуры – лук, морковь, картофель. Хозяйство в полном объеме обеспечено семенами и необходимой техникой. Обсудили и вопросы завершения отопительного сезона. С сегодняшнего дня тепло начнут отключать в столице республики. Решение перекрыть вентиль принимается каждым муниципалитетом индивидуально. По данным оперативного мониторинга, просроченная задолженность организации ЖКХ по оплате топливно-энергетических ресурсов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 3,4% и на 1 мая 2020 года составила 3 миллиарда 181 миллион. Одно из действенных мер по снижению задолженности наряду с активизацией разъяснительных, а также претензионных исковых работ с потребителями является модернизация объектов теплоснабжения. В 2018-2019 годах за счет средств республиканского и местных бюджетов построено 9 бочно-модульных котельных. Тепло в домах прекращает поступать после того, как среднесуточная температура воздуха продержится не ниже плюс 8 градусов в течение 5 дней подряд. Рифат Фаткулин, Игорь Зверев, Республика.